Тут, и блядь, потом залп на минус 15, тоже вкусно. Перестал играть шаманом, стал злым. Можешь спать? Я на экспрессе травлюсь, отстань. Бля, дай покурить, а? Давай, чё. После этого сделаю перекур, и ещё там 2-3 пулы сделаем и спать. Блядь, никаких перекуров пока не убьём. Я не сам курить. Хуй знает. Я думал, мы когда его убили, нахуй станет проще. Люди поменялись, наоборот, стало сложнее. Запущен. Чуть этих фанатиков ёбнутый урон, особенно они когда перерождаются, блин. 60 тысяч наносит. Сбил. Блин. Ну, этот танк. 2 секунды МК. Раздали контроль быстрее. Бентли, он дробеба, не убейте милик. Блять, Беба, там или другого? Бебу контрол. Бебу продлите, блять, 8% сейчас умрет. Прохил Бебу максимально сейчас. Поднимите, блять, долго поднимаете. Заранее надо смотреть, поднимать. Трэш, ну вышло. Хуево переводить. Урона добавьте побольше. МК сейчас будет. Раздали контроль. Ондра, Беба, Инсен. Есть кас бить? Сбил. Блять. Бебу убили. Серега, дашь БР. Я фрост трапе. А, нет. Давай, Серега, я забрался. Не в мою смену. Ребафните Рогу быстрее. Больше по боссу. Рогу фул ребаф дали. Быстрее. Фул ребаф. У меня грипп в КД, я МК его отдал. Сейчас сало дам, а сало тоже в КД, мне нечем спить. Дай и сало, вот срамба, который приверженец стоит. Кто-нибудь саленс ебанить ему. Трэш и боль. Мирай контроль. Раздали контроль, вот вырю какой зябра Бебу. Бебу не убейте. Не убейте Бебу, блядь. Могущий. Приверженец один переродился. Да контрольте. Да дайте контроль, ну нажмите кнопки, алло, ребят, в чем проблема, нахуй? Сопротивление. Ну, сейчас... Берите босса больше. Босса больше, все максимально по боссу сыграйте. Потом трэш уже добьете, что сейчас новый выйдет. Быстрее босса, 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 босса переводим. Все, на меня фул на пулы дали. Могущественно убить, я не могу подойти. Добейте физой. Могущественно. И я избаун дал. Духи, один под боссом. И лужа тут еще. Второй там в работе, звезде. На пыл фонаря. Новые духи. Контрольте Бентли, блядь, че он там стоит кастит? Алён, нахуй, че чувава умрет, блядь. Один под босса бежит дух. И духи новые, два в полумесяце. Один под босса бежит. За мной. На пыл фонаря. Глю, дай сокру. Один в квадрате, другой в рамбе. Под босс один бежит. В босс бежит. Так, духи, один в рамбе, прямо около тебя, ой. Другой в звезде, под босса бежат оба. Не, один в квадрат. Раздали контролы, контролы, быстрее. На пулы, сейчас пул по мне, по фениксу на пулы. Духи новые, один... Так, духи новые пошли. Один в полумесяце, вот эти отбеги. Диспел дайте. А, уже взорвали, красавчики нахуй. Ну, а же БР есть. Калют сам стать можешь? Маси, дай БР по королеве быстрее. Фонарь, дай сокру. Квадрат полумесяца. Калют не может. Ханты ФД. Маси, точно. Дай БР по королеве. По центру. Блин. Полумесяц бежит. Ой, да еще долго. Королеве, дай на еще. Кто-нибудь. Милхан глюкова хотя бы. Раздайте контролы. Контрол раздайте. Ретен Хондру прохил. Блять. Нахуй. Пизду. Не, вы, блять, ну. Вы, ну я не знаю, нахуй. Ну, вы не нажимаете кнопки, вы не играете, нахуй. Вы играете просто, вот, блядь, жмете свою ротацию, 1-2. То, что у вас там другие кнопки существуют у вашего класса персонально, вы это не жмете, нахуй. Я, блядь, ушел с лока, нахуй. Я просто, блядь, вот, ну,
ну не вижу нахуй. Ну, типа, я, блядь, старался, там что-то контролил нахуй. Просто, блядь, ну, пиздец, намного сложнее стало по контролу сейчас. Просто люди своих убивают, что у них хуй не делается под боссом 2. Продолжаем играть? Да не, падайте. Хули толку продолжать, ну, типа. Ну, вынесите, блядь, какой-то фир там на панели, если у вас нет. Блядь, ну, у всех должны быть рейдфреймы, нахуй. Если у вас этого нету, блядь. Я, впрочем, нахуй, у всех, нахуй, скрин интерфейса, блядь, попрошу, нахуй. На следующий РТ. Если у кого-то, блядь, рейдфреймов не будет, нахуй. Я что, не просто блядь, так уже просил, кстати. И кнопок, нахуй, контрола, блядь. Это все на панели, нахуй, так не будет. Ребят, ну, пойдете, нахуй, чилить, блядь. Там есть No to Sleep гильдии, блядь, хорошие. Ну, они вас там примут с почестями, нахуй. Будете сидеть, пивко, нахуй, пить, блядь. Вам понравится, это будет по душе, нахуй. Потому что это ебаный цель. Королева, отойди. Ну, еще я вот, я на ДК играю, у меня, ну, типа, вуду нету, но у меня грид. Чтобы я пати видел, дебафы видел на рейде. Важно, я считаю. Бать, суки. Информацию получаешь, это не надо. Полезно, нет. Как бы. Блять, просто захуярили меня, нахуй. Ну ты просто Халк, я бить. Не бейте 4 минуты покурить, потом 2-3 пулы сделаем еще. Леонрей видел ты МК ебаный? Я поэтому и просил, подряд. Кстати, вот, да, видел, да. Я думал, сейчас тебя уебнут, может, второй раз по приколу. Так ты, кстати, на меня там доты ебаные закинул. У меня, блядь, монитор отключился, нахуй, пизда вам всем, блядь. По звуку ориентируюсь. Есть оверы, которые по звуку ориентируются, блядь, по слуху, нахуй. Ну это я. Есть такой. Это Войт, нахуй, он говорил. Так вот, блядь. Я помню, он, нахуй, играет лучше многих, блядь, в 10 тысяч раз лучше. Что? Это сейчас Славян? Это сейчас Славян? Да, у него, говорит, монитора нет, нахуй, уже 3 месяца, блядь. И он слепой, нахуй, до рождения был еще. Так что, блядь, забейте. Меня в детстве в пиво, нахуй, бочонок с пивом кинули. Хорош. И как Обеликса, да, блядь, в зелье, да? Да. Теперь ты всегда под пивом. Да. А если выпьешь, будешь как будто под водкой, нахуй. Да, да. Ебать, Астерикс и Обеликс топовый фильм, нахуй. Ну, тот самый первый, Цезарь. Просто... Бля, не знаю, мне больше всего нравится там, где не Египет. Там что-то делали. Там тоже угарно, да. Но вот этот, блядь, тип-то, помнишь этот? О, говорит, кайф с бонус, нахуй, тот тип, ебать, нихуя, говорит, его подкидывают до неба, нахуй. А, это эти, блядь, там где эти, это, блядь, Олимпиада и буч. Не-не-не, первый самый, самый старый фильм, где Цезарь, нахуй. Там этот тип, нахуй, Центурион в этой, в шапке, нахуй, петушиной, нахуй. Он его, сука, о, говорит, кайф с бонус, нахуй, и давай с ним играть, нахуй, подкидывают его до неба, блядь, с кулакала. Я понял, Славян. Ты, говорит, Славян, кидай мне ветерки, нахуй. Чё ты будешь хавать, говорит, слышишь? Чё ты, говорит, в лагерь к римлянам пришёл? Чё ты будешь хавать? Ну давай, говорит, курицу, говорит, сколько, говорит, штук 20 я сейчас на диете, говорит. Такой тип. А когда он по губам читал, помнишь, ебать? Этот, говорит... Да не помню уже нихуя, Славян. Я, говорит... Что он говорит, говорит, я, говорит, меня, говорит, учили в школе шпионов, говорит, по губам читать. Что он говорит? А Белус, говорит, выручай, становись Обеликсом. Тот говорит, что, так, так и сказал? Да, так и сказал. Пиздец, как это все запоминаешь? Да ебать, память хорошая просто. Я понял. Пересмотри, блядь, там точно, как я сказал, будет. Я понял. А еще кикбоксера посмотри. И кровавый спорт. Я понял. Там ты научишься выдержке, нахуй. Для рейдов полезно. Я хочу «Дети шпионов» посмотреть. Ай, бань, дичь. Ну, это совсем для мелких. Че, пиздец? А, Астерикс прям вот фильм со смыслом. Охуенный со смыслом. Ты че, ебать, не базарь, нахуй. Короче, это, Кирюх тут? Ну, там, походу, короче, Адель вылетела. Типа, ему не снимайте по духу. Даже на сервер не может зайти. А, еще и дух словил, да?
Ну да. Угу. Че, и меня обвинили, прикинь, да, ну там похуй. Ну, типа, если бы он не вылетел, мы бы убили, там, инфосотка, короче. Меня не пускают, у меня просто подтверждение идет. Ну, ничего, сейчас через пару минут пустят. Клиент, обнови, кэш почисти. Не, конечно, не обнови, в смысле, закрой, открой. Я в ахуе с этого сервера, блядь. Хороший сервер, блядь, конкурс. Да, вообще. Лучше бы, знаешь, лучше бы вместо всей этой параши тут просто было на шмотках, допустим, повышает урон там на 10%, и все нахуй. Как нафи? Понаделали кучу мобов, духов, нахуй, всякой залупы, блядь. И сидят, думать, радуются. Донат, нахуй. Да, да нормально все убивается, нахуй. Просто, блядь. Просто, нахуй, для Сируса это реально сложно. Ебать, меня Реслин захуярил. А так, в принципе, здесь все убивается спокойно. На Сирусе, вот конкретно на Сирусе, блядь, здесь люди привыкли, блядь, бить манекен, нахуй. И нажимать, блядь, одну-две кнопки, нахуй. Все, больше ничего. Ай, да ладно, не унижаешь здесь людей на сервере. Здесь боссы переапаны в 10 раз. Сказал, здесь просто много людей, кто новички в игре вообще. Блядь, вот мне смешно. Нет. Вот сделали... Новичкам на сервере нет, вот нечего делать. Новички на циркуле должны быть. Блядь, я про переапанных. Блядь, леди, сделайте 10 лямов. Вы убьете, нахуй? 20 раев, блядь, сейчас сделаем. На 10 лямов. Отвечаю, блядь. Потому что будут духов ловить челы. Да нет, там такие большие стреляли. Ребят, я вам говорю, нахуй, ну, типа, из опыта, не только где на Сирусе. Когда я пришел на Сирус, я столько, блядь, ракообразных существ нигде не видел, нахуй. Ну, честно вам, блядь, скажу, нахуй. Вот нигде, блядь. Единственный сервер, где такие, блядь, люди встречались, это, блядь, был такой сервер warcraft.by, нахуй. Где там, блядь, шмот, нахуй, падал по 5 штук, нахуй, с боссом. И занижение боссов было 90%, блядь. Вот, Феникс, хочешь тебе данный аккаунт? Сходи на X5. Ты, блядь, Warcraft, который ты сейчас говоришь, он отдыхает в сторонке по сравнению с пятеркой. Там пиздец. Да что мне говорить? Ну, что я говорю про Сирус конкретно. Здесь самая какая-то проблема. Те, кто с циркуля приходит, они адаптируются, блядь. Они более, нахуй, скилловые, чем, блядь, здесь люди. Вот и все. Не, есть люди, блядь, которые, допустим, не ходили в какие-то инсты, но они, блядь, импровизы получают эксп, нахуй, и запоминают. И совершенствуются, и делают лучше. Не знаешь, что вот кажется? Следующий... Заходите все. Когда откроют следующий он серф... Он прилагает. Уже релок он все отпустил. Слушайте, когда откроют следующий серф, ну, X6, допустим, да, без брюлей, там, без категории. Там знаешь, что будет? Там будет, когда до леди откроют леди гер, там будет так. Если, короче, рейд вайпнулся на леди гер, то удаляется персонаж, нахуй. Новая сложность, ебать. У меня есть новая сложность, это Джайна будет, вот там реально. Убираем все метки сейчас. Я уже придумал. Блять, дайте я скажу, прям 2 секунды. Убираем все метки. А, ты пульнул. Это, скорее всего, зашел. Зашел. Ну давайте, я не знаю. Умираем, дай бог. Умирайте быстрее. Зашли все в кучу, стали, не разбегайте по комнате. Все в пещере. Предложение у меня есть. Все метки убираем, Феникс, и ты не говоришь там, блядь, дух идет в звезду, дух идет, блядь, полмесяца, ты говоришь, дух идет в пидора. Вопрос решен. Хорош. Реально, говоришь, дух в пидора идет. А если это девушка будет? Кто пидор? Похуй вообще. Гриш, дух в пидора идет. И все, блядь, пусть уворачивается, нахуй. Пусть попробует не увернуться, блядь. Как Серега, конечно, блядь, не любит стримеров, пиздец. Дух идет, да, в пидора. Тебе сейчас опять пидбанится, блядь. Так, Гриш, дух в пидора влево, вправо и центрального. И все, блядь, и пусть нахуй вертятся там, блядь. Они еще не просто пидоры, они еще и негры, да? А может вообще духов не носить? Да хуй надо. В гомосексуалисты, говорю, да. Ладно, все, тихо. Давайте, встали резко, быстрее. Ты, блядь, просто. Шкаф поставьте. Дайте резко. Будем писать в гичате, значит, пидор такой-то взорвал духа. Сейчас, чувак, ты не будешь. Два раза питомец багнулся с этого босса, давайте убьем его, я вас умоляю. Я уже не могу, нахуй. Есть какая-то... А развертка, то больше всего духа взорвал. За все пулы, ну. Да, я думаю, это кто у нас? Риденх, да, по-моему, ебать? Не знаю, я сегодня ни одного не взорвал. Поебать, смотрите. Я дух, походу, взорвал.
Хотя я за все время трайв, нахуй, только два духа взорвал, нахуй. И то там, блядь, по своей ошибке, нахуй. Из-за медла ебучего. Я помню, я при вайпе уже вздохли, блядь, нахуй все, и мне Калют пишет, ебать. Да это нахуй Мишка взорвал, ебать. Я тоже сейчас. Ладно, все, тихо. Все, давайте в бах, поехали. Успокойтесь, ну лучше соберитесь. Все люди, типа, что кто-то часто косячит, кто-то редко. Все, успокойтесь. Фэ, вторник. Ну, Юля, а чё? Лех. Чё, соберитесь и давайте убьём. Лапка пропала. Бывает. ДДМ выключишь. Я не умею. Её просто и не бафали, поэтому расслабься. Бафали, сука. Да есть. МК 3 секунды. Раздали контрол быстрее. Скорее всего, владыка как козя бро. О, спасибо за диспол. Да, это я, сорян. Что я уже расклеилась. Серый, дай бэр. И бафните вара сразу. Юля, Д. А, закинь мне просто КП. Сама себе закинешь. Не маленький. Раздали контрол. Ондра, Мирай, Ританг. Мирай в первую очередь. Крит. Склоны максимально. Там могущественный перерадиус в рейде. Вижу. Сейчас каст один запрошу, хотя не могу. Все, понял, падать. Бать меня речит, ебучка, сука, не вскрыл. Ты понимаешь, это не я был. У меня МК, крит ошибки, я вылетел. А. Тебя хуй знает. Я так люблю эту пиратку. За духов я 400 даю, за слаки. Вот это хороший комп, да? Не говно. Наверное? Ну, пойдет. Ну, а типа, это не проблема, типа, компов. Да я знаю, мне просто кажется, нахуй душа, там не комп говно. Блять, зашел на стрим, Криду написано, ебать. Ловлю духов за 100 рублей. Андрей, у тебя комп говно люто. Ноут еще. Видать, не донатят. В смысле, блядь, нахуй 3000 уже рублей. Да, почему? И чё такой большой, ебать? Че? Потому что бипапа, нахуй. Нихуясь. Кто тебе там донатит, блядь? С другой гильдии кто-то? Все тихо, давайте, блядь, потом попиздите. Сейчас, ну, еще сделаем до опуга, потом будете пиздеть, кто вам захочет. Какая-то гильдия Эхальтед. Позик донатит. Блокировать снятие, короче. Полностью оружие на домиликом, наверное, нельзя делать, только рейнджерика. Ну, осенью будет проще, но надо. У меня снимается пушка. Надо дожить до конца лета. Осталось чуть-чуть. Я поставил бафу, у кого-то не снимал у рейнджевиков, я себе поставил, типа что это. Там отдельно на снятие пушек, отдельно на снятие фига, три стрима. Этих резистов. Где я ничего не увидел. Пиздец, Юля мало себе сняла. Я думал, а сколько сказали? Адель, давай быстрее. Да нет, пару судя нахуй вообще, за вайп ебать вообще. Я, да. Адель, где ты там? Мне Адель в ЛС пишет, говорит, блядь, хули нахуй 200, говорит, блядь, 2000, блядь. Ты Адель написал, кстати. Прикинь, если Маз Диспел убивал, блядь. Он тут убивает. А чем убило-то? Что за диспел? Диспел пальчика. А, ну, пальчик. Да. Вот если бы побыстрее контролили, никаких бы пальцев не было. Это да. Конечно, я предлагаю туда выйду нахуй минус 5. Хороший, да. А типа за такое не зашквар на ГП лутать, вообще похуй. Тройной я не следила, я прошу прощения, я получил. Хуй знает, бой, ты,
Ты ж одинок, да? Ты, блядь, должен нахуй циклон там давать, не знаю, блядь, за секунду до контрола. Да он под пивас. Согласен, блядь. Да, я под пивас. Он один, блядь. Причем, блядь, какой под пивас? Вот чарку выбью с Толгорода, там тройной вихрь есть, чарка я видел, нахуй. Блядь, причем здесь под пивас? Что, давай, я чё такое? Потому что не хватит так кнопку нажать. Все, собрались, тихо, закройте рот. Подрый час. Фул. Лапа пропала. Иди в пизду. Рука набита? Рука-то да, но еще мозги надо, чтобы на месте были, понимаешь? Морду набьем. Все вместе дает этот. Кас. Вон, приверженец. Бентли тут гуд, я реслин, за контрольные реслины. Все в центре. Нормально, раздайте контролы. Продлите эфир. Ой, не эфир, а циклон. Ну, давайте, я понимаю. Нормально. Лапы не будет? Дали лапу уже висит. Адель, походу, опять вылетел в лужи. Не, мне плохо просто. Чудовище ебаное. Это мат на каком языке? На французском. Все, бейте трэш, тихо, сейчас МК будет. Лужа, кстати, подмели, дал из маунт. Один моб взрывается. Дай, да. Ты каст! Мирай контрол и протопошили. Быстрее. Чуваву прохил. Дал чуваве крылья. Королеву не убейте, блядь. Все в порядке, мираю контроль. Фелицию ага, убили нахуй. Убил всё-таки спидер. Ой, дай БР быстрее. Приверженца убить. Добейте последнего, отлично. Ребахнули паладины резче. Все паладины ребахнули быстро. Кроме тьмы вонючей. Вот собой. Давайте приверженца быстро убили. Сейчас МК будет 2 секунды. МК, раздали контрол. Бентли, Глюмирай. Мирай, контрол быстрее. И Бентли с контролем. Один взрывается, приверженец. Все, вижу, стан дали, молодцы. Пристену прохил. Пристену себя подними по хп. Глю не убейте. Босса. Переводите босса нормально. Переводите. На пулы все в меня дайте. Один бар такого масси можно и создать. Надо. Фонарь дай сокру. Кама на лед нажми. Духи, один под боссом, другой в звезде. На пол фонаря. Так, МК сейчас будет. Глю, дай сокру. Ондра, Мирай и Насол законтролили быстрее. Мася, БР по войду дашь. Слышишь зелёнку? Ну вот. Блядь. Как вы дохнете. Вон и блядь. Войда ребафнули быстрее. Один в рамбе. Аккуратно, духи новые. Один. Блять, мелизоны бежит. Аккуратно. Два штуки босса. Что уже? Нормально. Твоя забери. Только на тебе, блядь. Дайте фул на пулы на Феникс. Один в полумесяце, другой в рамбе. Раздали контролы. Контрольте людей. Ну, ребята, ну убивают же наших. Ну, блядь, как только МК появилась, вы откликаетесь от всего и даете контролы. В чем проблема? Один в полумесяце, другой в квадрате. Не спал. На пулы на меня дайте. Спирит. Мили идет. Спирит. Духи новый, один в ром бежит в мелизону. Один под босс, да. А, я тут застрял. Спирит. Сценарий сокру. Один под боссом. Раздали контролы. Я под боссом. Ну почему, блядь, я встань, стою? Ну, блядь, Кратос и контрол. Один под боссом, другой в звезде. На пол фонаря. Спирит. А Реслин еще умер. Ну, блядь, цирк ебаный нахуй. Шапито, блядь. Духи новые, аккуратно.
полмесяца. Полмесяц в босс идет. Но убить можем еще. Фонарь сокру. Прохил рейд. Где? Я давал. Фанатика, фанатика. Полумесяц. Глю, дай сокру, у тебя должен откидать все. Кратос, нахуй. Молодцы, умнички, нахуй. Умирайте дальше, вагоны. Дух подрать аккуратно. Контрол раздайте. Скорее всего, там, короче, сам. Духи новые. Один в рамбе, другой в босса бежит. Меня бежит. Пул на пул на Фениксе. Приверженца последнего добить физой. Один в звезде. На лазьбан. Духи новые. Один в квадрате. Другой в звезде. Да, это я. Что, никого не убил? На пул Феникса. Дайте контрол. Не контролите. Диспел, диспел, ну, дайте. Хорошо, ребят, диспел, пожалуйста. Два под боссом появилось. ШПшки, помогайте. Духи новые. Я сейчас припущусь, трэш. Какой-то... Звездочка идет. Так вот с этими кастерскими не знаю, что делать. Так, духи новые. Тихо. В босс идет один. Массакрат хотелось. Стромба в босса. Давай, 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 прямо кину. Сейчас. В квадрате один дух появился, аккуратно. Бежит в ромб. Раздали контрол. Контрольте, ребят. Трэш сейчас слишком дохуя уже. Забери трэш с меня. Идет. А я умру сейчас. Углю, дай сокру. Ну чего? На полфинаре она. Дай гимн на мону. Духи в полумесяце и в рамбе. За каким-то миликом бежит. Раздайте контрол. Контрол раздайте. Там приверженцы. А, надо... Не, мы уже не успеваем. Надо, короче, как-то кайтить, не знаю. Серега, старайся кайтить и играть все по боссу. Угу. Под боссом появилось два штуки, аккуратно. Играйте все в босс. На фонарик. Все в босса играйте, короче, аккуратно. И контрол раздавайте, главное. И духов не бахайте. Под босс один бежит. Два под босса бежит. Пристань, пожалуйста. На меня на пулы дай. Те. Я еще бавлом скину. Я вижу босс... больно очень. Трэш появился. Раздайте контрола. Фонари дай сокру, если есть. Нет. Полумесяца два штуки под босс этим бегут. Ай, у меня взорвали. Убили. Там духа взорвали. Похуй, ты посмотри на трэш, это пиздец. А в меня сыграли там просто. Конечно, блядь, мирая игре. Да у нас люди умирают от того, что... От того, что не контролят, во-первых. Вообще нихуя. Ну и люди умирают своих же, убивая. По большому счету, я смотрю. Все, у вас пол делал. Я вообще не вижу, чтобы кто-то взорвал. Ридиган взорвал. Там два штуки взорвал. Один Рид взорвал, а второго взорвал Ондр. Но моего духа никто не умер. Возле меня. Ни один человек. Ну это так. Насрать вообще. Ну минус дар, да. Это просто повезло, что никто не повезло. Видел, что... Повезло, что никого не было, он меня не убивал. Я думаю, Адели правильнее было бы сказать. Ты меня подорвал. Чивава выживал, подошел, меня убил, выжил, ушел. Да что-то с подымка вышел, побежал трэш бить и как-то не проебался. Просто не увидел. Он здоровый, да, что-то. Мимо тебя проходили, забавно ты выглядел. Вот если бы... жизнь какая-то, блядь, я там бегал вообще, пиздец. Я говорю, Void, забери там, нажми, Void, пожалуйста, я тебе 50 тысяч голды дам, он говорит, нет, я сова. Так, поничело, даже бы этот СС по Фелиции, по Козябр помираю. Блин, я понимаю, почему все время люди... Бля, еще бы на Кратоса, блядь, ССА-3 нахуй закинуть, на вагон этого нахуй.
Блять, люди в МК все на меня нахуй хуярят. Я просто не могу ни один пул там пережить. По броне, наверное, потому что. Там как чемпион. Слабого сливает. Хотя у меня должно быть не меньше, чем. Пина бронефласку заебал. Ты пиздец, блядь. Ну а минуса будут давать, нет? Не, ну и по три тура не считается тоже. Так ловить, ПК стоять. Интерес, это сейчас я дам. Давайте быстрее это все делать, что-то тут полчаса стоит. Бентли спустя 4 часа быстрее все делаем, парни. Да я с самого начала говорил, давайте быстрее, типа, я устал. Я уже готов как бы пулить. Я на работу через 3 часа. Мюбхант еще поймал. Вон Ридиган 3 получается поймали. Предлагаю Кану еще плюсе подать. Не, пристану, я хочу сдохнуть. Перегонку мы с Ани работа. Забей. Все, давай, отчет, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Ебать нахуй. ДБМ был. Лизнул у меня нахуй. Гоу, блядь, бетит нахуй, попугай. Соти есть, что не вылетит. Даже попугай против вас уже. Он там изначально. По-моему, крикнул. Да, сейчас бейте. Вон дальний, блядь, самый. Ёб твою. Далеко был. Пизда нахуй. А он никого не задел, нормально заклеиваем. Он. Арислин, Фелиция, Майся, за контролем быстрее. Арислин и Фелиция в первую очередь. Блять, магии. Слушайте, что это за хуйня? Магия, что ли? Магия, убейте звезду, нахуй. Магическим уроном, блядь. Чисто магическим. Звезды. Страшно выйдет. Босса. Приверженцев хуярим в первую очередь. Каз, бейте. Прямо под этим. Умираю, блять. Контроль. Ребафнули ДК. Кавказиабр за контроль и трацию мелфанта быстрее. Поднимите рейд по ХП. Кастер, ваш моб сзади. Звездочку поставил. Магический урон по нему надо. Это ж ХП. Нет, пускай босс не бьет. Очень мало босса снимаете ХП. Мы еще не переведем. Босса активнее хуярьте, пожалуйста. Хватит там, блять, на пиве сидеть. Спасибо. Короче, надо тут максимально быстро ходить. Раздали контролы, портопауэр на сел убей бы быстрее. На лейсбаун. На сел не убить, умираю, умер. И на соло прохил. Босса не успеваете переводить. Да, нахуя, мы босса не успели перевести. Нахуя резать? Ну, не надо резать. Ну, сейчас трэш новый выйдет, все, спокойно. Ладно, падайте. Я даже эту пломбу не назвал, но я думаю, хватит. Четвертая пачка трэша выходит, это уже все это. А ты сейчас в Блоде был или в Анхолике? В ГТК. Не могу, в принципе, в Анхолике спеть. Не, мне просто было интересно, ты истерию давал, нет, вообще просто? Давал. Бебин. Кстати, давал я на пулю. Не, мне нихуя не давали, да мне нахуй она не нужна. О, просто я сколько смотрел, ни разу... Кого? Я давал по... Я давал по НСО. И на соул, который хан. Нахуй, ебать, предлагаю минус ЕП Феникса, блять, истерию не инху, а ханду дали. Это жесть, нахуй, вообще. Это да, даже не кокабану дал, это пиздец. Это все, блядь. Это вообще, я считаю, это предательство вообще, по факту. Нахуй. Конечно, нахуй. Как минимум блядь. Предательство. Лучше бы, блядь, нахуй дали. Замена... вообще, блядь.